Россия в прямом эфире. С этими словами они стали группой легенды. Эта песня стала их визитной карточкой. Они выступали с ней на открытии зимних Олимпийских игр в Сочи. Группа «Тату». Скандальный продюсер Иван Шаповалов. Мы разыскали Шаповалова на другом конце планеты, в самом крупном городе Китая, Шанхая. Было таким откровением увидеть Ваню вот таким другим человеком. Он записывает. У него горят глаза. Да, загораются снова глаза. Особенно, когда мы заходили вместе с ним в студию, вместе с девушкой, которую, Лен, вы хорошо знаете, потому что вы вместе с ней записали песню. Это не совсем китаянка. Вместе, я видела только на фотографиях. Порознь, да, на разных континентах, но он там сейчас это сводит. Сэмми, а спой, пожалуйста, припев по-китай. Say it, sing. Чунгва. 这就是新的爱情啊, 新的爱情啊. Крупнее. Он настолько полюбил Китай, что официально в паспорте вписал вторую часть своей фамилии – Поднебесный. 10 лет назад, во время скандального реалити-шоу «Тату в Поднебесной», группа «Тату» в прямом эфире рассорилась и распалась.